30 лет Институту президентства в Республике Беларусь, 30 лет надежности и качеству, 30 лет стабильности и независимости, 30 лет нашу страну ведет наш национальный лидер Александр Григорьевич Лукашенко. 30 лет назад, когда развалился Советский Союз и наша страна оказалась на периферии, именно этот человек подхватил власть, взял на себя ответственность и отвел нашу страну от пропасти. Спустя 30 лет мы живем под мирным небом, созидаем и творим, развиваемся и наслаждаемся жизнью. Спасибо, президент. Спасибо, Александр Григорьевич.